Сегодня в городе Магадане и во многих районах Магаданской области складывается очень серьезная ситуация по распространению коронавирусной инфекции. К сожалению, в числе самых тяжелых пациентов, требующих госпитализации, требующих огромного опыта медицинских работников, находятся как раз пожилые люди. Люди старше 65 лет. Увы, мы не всегда в силах помочь им преодолеть коронавирусную инфекцию, которая ведет к обострению множества хронических заболеваний, которые мы копим всю жизнь. Поэтому я очень прошу всех пожилых лиц, людей старше 65 лет, особенно тех, у кого есть хронические заболевания, оставаться дома. Если вам нужна помощь в приобретении лекарственных препаратов, продуктов питания, обращайтесь, пожалуйста, по лекарственным препаратам в поликлинике. Есть организации волонтерские, которые готовы вам эти препараты привезти. Одиноко проживающие люди, обращайтесь в Министерство труда и социальной политики. И там волонтеры готовы привезти вам на дом продукты, оказать посильную помощь. Но сейчас наступило то время, когда каждому из нас нужно позаботиться о вас. А для вас самое главное – не посещать общественных мест, не ездить в общественном транспорте, выходить только в случае крайней необходимости, оставаться дома – это значит оставаться здоровыми и живыми. Я прошу и людей более младшего возраста, пожалуйста, те, у кого есть родители пожилые, не позволяйте им выходить из дома, постарайтесь каждый день с ними созваниваться по телефону, уточнять их состояние здоровья, помогать им всем, чем вы можете. Купить лекарства, принести продукты. Совсем не обязательно в эти тяжелые дни приходить к ним домой. Помните, что вы и ваши дети могут стать источником инфицирования для них. Люди, у которых нет родных и близких, они проживают рядом с нами, это наши соседи в домах. Пожалуйста, дорогие магаданцы, посмотрите вокруг. Может быть, кому-то из ваших соседей нужна такая же помощь. Просто телефонный звонок. Просто купить продукты в магазине и принести их домой. В эти непростые дни только наши совместные усилия и медицинских работников, и власти, и каждого гражданина, проживающего на территории Магаданской области, могут помочь нам справиться с этой бедой. С бедой, которая пожилым людям часто оказывается не по силам. Оставайтесь дома, оставайтесь здоровыми.